Марк захотел клубнику, увидел. Так что мы бежим быстро на продуктовый рынок. Сейчас купим клубнику и потом снова за чемоданом. Вот мы пришли на продуктовый рынок. Так, какую цену клубника? Никого нету. Пойдем дальше. О, 40 гривен за Карпати. Так, смотри, сейчас мы купим клубничку. Хорошая клубника? Да, сладкая, знаешь. А где можно помыть? А там кран. Кран, да. Дайте нам килограмм. Смотрите, тут я напись. Так, вот мы купили клубничку, сейчас еще бананчики возьмем. И все. Yes, Маркус уже хочет клубнику кушать, мы едем помоем. Вот такой рынок, много всего, классный рынок. Я тут студенческие годы покупала. Продукты. Львов, конечно, богат рынками. Ням-ням! Идем мыть, идем. Сейчас помоем. Стробери. Маркус трапезничает. На рынке. Тут свободные столики. Мы с Маркусом присели и кушаем. Там везде базар. Свежие овощи, фрукты. Клубничка уже очень вкусная, сладкая. Клубника закарпатская. Угу. Загадывай желание, сын. В этом году у нас первая клубника. Сейчас нужно платок вытягивать будет. Клубника самая любимая ягода Маркуса. Клубника это вообще овощ или ягода? Надо, кстати, узнать, поинтересоваться. Мы с Маркусом потрапезничали, Маркус уже весь в пятнышках, можно идти дальше. Клубника стоит всего 45 гривен, 40-45, это получается где-то $1.5. Ну, недорого вообще, недорого, но вкусная. Обожаю на самом деле львовские базары, потому что, не знаю, здесь как-то много всего, недорогое, все вкусное, свежее. Тебе точно не подсунут, потому что человек заинтересован, чтобы ты завтра к нему снова пришел. Мне пошкодили.